Здравствуйте! Как в Самаре готовятся к великому празднику? Куда сходить в предпраздничные и выходные дни? Что интересного приготовил город, расскажу вам прямо сейчас. День Победы в историческом парке «Россия. Моя история» отметят 7 мая в 11:30. В этот день откроют новую выставку «Наши герои». Их имена носят школы и улицы города Самары и области. Покажут также и документы из областного архива детства, опаленное войной. В программе также праздничные концерты, пьеса «Рядовые» Алексея Дударева. Во вторник, 7 мая, в Самарской филармонии исполнят бессмертные песни о войне. Праздничный концерт посвящен годовщине Великой Отечественной войны. Начнется в 4 часа дня. Наряду с академическим оркестром и солистами филармонии на сцене выступят и победители народного конкурса песен о войне. 8 мая в 13:00 в ДК имени Литвинова начнут кружиться в танце. В программе вальс, игры, выступления молодых исполнителей будет играть музыка с 40-х, 60-х годов. Вход на большой концерт свободный. 9 мая музей «Модерна» дарит самарцам бесплатное посещение постоянной экспозиции. Работать музей будет с часа дня до 9 часов вечера. Ну а самое главное торжество 9 мая по традиции пройдет на площади Куйбышева. Начнется праздник с вальса Победы в 17:00, также в программе «Праздничный концерт». Выступит Александр Маршал. Лейтмотив вечера – воспоминания о героях, чьи имена носят самарские улицы. В 22:30 в небе над Самарой прогремит праздничный фейерверк. На этом все. С наступающими праздниками, мирного неба над головой. Всего доброго. До встречи.